И всем привет, с вами Доктор Майнерс, и сегодня мы будем играть в Террарию, наконец-то полным составом. Да, сегодня все. И первое, наверное, что мы будем делать, это будем дерево. Я опаздываю, подождите. Валим в другую сторону. Выходи. Побег из Алькатраса. А где будет дом стоять? Я уже спрашиваю. Не знаю, давайте на горе. Какой красивый задний фон. Сегодня мы играем в Террарию, версия 1.2.0. Какая это версия? 1.2. Птичка! Птичка! 0.1. Птичка! Чего? 1.2.0.3.1. Короче, долгая история. Короче. Эй, я не пролазил! А, что это? Нападение. А, тут мини-слайм зеленый, которого не видно. И там еще один, смотри. Так, ладно, давайте, кто добывает дерево, я буду пока камень добывать. Это что за руда? Это тин. Камень. Камень джигурдамен. Ты мой тин забрали. Это здесь... типа... Чувак, это замена... Подходи, я тебя затыкаю до смерти. Димаш, это замена... Это копер. Все равно копер... Копер тащит вначале. Знаете, знаете, знаете. Тыкмастер. Та-т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 а. О, это что? Черт, у меня молотка нету. Это айрон. Куда вы убежали? Подождите меня. Нас не догонят. Вот там уже одна хп осталась. Это мой. Гоу, Red Team. Гоу. Вот сколько дерева, у меня 77. Моё! У меня 46. Я вижу вазочку! Нет, нет, я в ловушке, помогите. Ты сам туда прыгнул. Да ладно, что? У меня факел. Побежали. Ко поставил. Так, как отсюда вылезти? О, так. Снежный биом, здесь опасно. У меня есть грязь. Тим. О, да будь это. Чей это? Тим. Пацаны, давайте уже дом строить, реально. Задолбали. Блин, после моей кирки это капец, типа, а? Тормозно медленно, да? О, сундучок! Чё там? Да блин, свет включи! Обратно пошлите, все, дом надо там, строить. Там веревка какая-то. О, веревка. Сюрикены, Potion of Swiftness и 5 тинбаров. О, смотри, что я нашел. Так. Да поставь ты, парень. Во. Блин. Ну, короче, я трубку, которая пуляться. Forceful. О, хорош. Побежали. Ой, гопники. Какие гопники? Пацаны, смотрите, я сзади. Медленно опускаюсь к вам. Че это? Ля-ля-ля. Это лед. Айсблок. Пацаны, может, не надо в первой серии лезть в пещеру? Почему нет? Мы все равно просто тут эти ящики ломаем. Или как эти кушечки? А там откуда один... у тебя уже зонтик? Нашел. Где ты его нашел? Давайте только договоримся, не надо на этих персонажах развиваться вниз. Пробиваться вниз? Развиваться вниз. Ой-ой-ой, меня отравили. Ну естественно. Отравили. Ничего не видно. Я, блин, под льдом застрял, а? О, все. О. Я вылез. Что у нас тут? О! А ловушечные блоки собирать? Зачем? Какой гребаный лед, как он долго дыбается, ужас. Это просто у тебя кирка не доросла еще до льда. Не доросла. Я вообще лед ногами ломаю во дворе. Да, кстати, почему тут нет рук? Так, это вот сюда поставим. Тут железо, конечно. А это вот сюда. Ну, блин, до того железа не достать. У тебя есть факелы? У меня, да. Ты про вот это железо, которым я роюсь? А! Я упал в воду. А, опять! Что опять? Ты умер уже? Меня ловушка убила. А, вот почему опять.
Ну ладно, давай тогда ты там оставайся, мы сейчас тебе... Ой, это Сильвера касса было, не железо. Нет, я снова упал в воду. Ну за что, ребят, ну пожалуйста. Чёрт! Ты на это поджидали меня. Водичка, купаемся, куб-куб. Я чисто монетки нашел. А, ловушка? Это мои. Не видно ничего. Все. Сейчас ты опять туда наступишь, умрёшь, как я. Давай. Все, я уже нашел оружие массового подавления. А веревкой можно зацепливаться и улетать? Именно ее я и нашел. Это ледяной слизень. Опасно. Веревка что делать? Она кидает или что? Веревка, да, там можно сделать из нее такую кидающуюся, которая из 10 обычно делается. О, веревка это как лестница, да? Да. А ее чем ломать? А ее киркой. Киркой, да, вроде киркой. Ребята, успокойтесь. Ты такой медленный слизень, давай уже. О, все, наконец-то. Что, может на спаун уже пойти? Нет, страшно. Давай. Сейчас. Да, это лучше техника просто выходить, захотеть. Так, пароль. Сейчас, я тут снег на дыбы, у меня пушечка появилась одна классная. Димаш, го опять. Чё? ВП. Нет! А чё? Че это? ВП го узнать. Вагу? Это же этот, рейнджер, что-то такое, нет? Ну блин, подожди. Нет. Снежки, бой. Снежки. Сюрикены тащат. Эй, я тут застрял. Снежки. Че, прям на спавне будем строить? Да, конечно, я всегда на спавне строюсь. Нате. Блин, надо было факелы не тратить-то. Да ладно, чё. А, на, у меня есть гель. О, это... О, чё за роб койл? Ну да, это она делается, её можно будет кидать. А, throws to critic. И его кидаешь, и под нему заряжаешь. Эй, пацаны. Да. Я у меня, кстати, иду. 89 верёвок, кому надо. Верёвка. Подожди, дай-ка спарить. Мне надо 10 штук. Вот, тут ровно 10. Смотри. Ох. Это Роуз Койл так делает. Ё-моё! Слизни. Я разрушу этот островок. Не надо, путь будет. Ты слаб, понял? Ты слаб. О, я принёс декорацию для дома. Слайм-баннер. Принесу, то есть. Ну, я думаю, у меня уже достаточно... А, это слэш, блин. Слэш? Ну, это типа, знаешь же, силк, такой серый блок, да, был? А, да. Это типа силк, только снежный. А, подожди, это свой. Это как силк, только слэш, который как силк, который был силком? Это, походу, слэш. Это, короче, это... А, блин. О, я же остров Рушель, у меня же добрые намерения. Да, не трогай меня, я хороший. Ура. Эй, факель ставь. А, он меня гопает. Кто гопает тебя? Его глаз гопает. Демонический глаз. О, у вас там уже глаза? Блин, уже ночь. А я тут пытаюсь... Эй, я его почти загопал. Гоп. Пшах. Ура, я его гопнул. Пшак. Так. Ты дверь там построил? Нет, еще. Теперь заметил, киркой. А раньше дерево киркой ломалось разве? Нет. Не, раньше топором, это добавили, что-то тут все киркой ломается в этом версии. А задний фон? Нет, задний фон остался молотом.
Жесткий звук. Ё-моё! Все, бессмертный моб пошёл. Забор, стена, айсбрик! На. Чё так мало? Я не добывал, потому что... А, вот тебе подарок. Пожалуйста! Не надо! Он открыл дверь! Нафиг! Это он открыл! О, привет! Я же зайти хотел. Ну почему из дерева? Не люблю из дерева дома. Надо было глину добывать. Так, пацаны, где у нас верстак? А, вот он. Йо! Вон там и есть! Да ладно. Так. Ломай его верстак. Да ты-то, блин, нафиг ломать. Стоп, а как печка делается? Там нужны факелы и камень, дофига камня. А, факелы так? О, все, есть факелы. Вот, вот тут земля задела, где я камень добываю? Campfire, во. Что можно делать? Печуха. Ты печь не поставил, Бига? Вот, я поставил, чё. Это новая вещь, печь? Текстуры новые. Я поставил не печь, я поставил печуху. Тут нету печи, я не вижу. Ты слепой, что ли? И у меня тут ничего нет, могу даже скрим прислать. Скрим? Почему скрим? Почему скрим? Подожди, давай переставим. А, вот, фьюрнейс. Куда я поставим? Вон там заделай грязью, видишь, где я сломал камень? А, давай. Во! Фух. Ладно. О, сильвербрик! Не надо сильвербрик делать. Сделайте кто-нибудь этот, наковальню, если у вас есть. У меня есть стеклянный желез только. Я еще буду делать самую грамотную вещь в мире. Смотрите. Короче, давайте... Блин, дерево не хватило. Бига! Нафиг веревка. Так, короче, давайте мой этаж второй будет, хорошо? Все. Нафиг уже этаж будет. Ну потому что я хочу большой дом. Ура! Опять деревка. Блин, я хотел запрыгнуть сверху. Широкая квартирка. Богатый Буратино, однако. Согласен. А-а-а! Посиди. А ну арумер. Нет. Это ты, это гоп-стоп. Все. Так, угу. Гоп-стоп! Нет, у меня сиды закончились. Вот эта штука. Гоп-стоп. Дайте дерево. Гони дерево. И ты гони дерево. Это гоп-стоп. У меня самого нету дерева. Гони дерево. Ох, как непривычно после той кирки моей крутой вообще. Ну, ладно. Так. Красим все сюрикены. Нафиг ты? О! Добыча. Хороший добыча. Я уже эту штуку нашел. Канделябр? Тихо, это моя. Бедель уже включился жадный время. Почему? У него уже распределил даже. Ты чё? Какой жадный еврей? Бига, ты же мне показывал паспорт дважды еврея. Нет. Эх, так, это вот сюда. Ты где, Нига? А это вот сюда. Эй, как ты там? А, веревка. Все, так, теперь осталось только найти дерево. Дерево. Нет, он еще ушел, когда я пришел. Справа. Ну а у тебя там звуки не максимум стоят, а то. Сука, громкая музыка здесь. Идея нормально. У меня же колонки, они как типа записывают аудио. Синий факел, откуда у тебя? Я его нашел в пещере. То есть он из снега делается. Нет, что-то немного тупо. Я не могу закрыть дверь из-за этого толстого. Теперь это чьё, Макс? Откуда у тебя уже? Откуда у тебя уже? Он уже фулл броне. Откуда? Чего?
Аааа, нашествие! Чет! В любой непонятной ситуации называю Нуара читаком. Да, согласен. Где мои носки, читак? Уйдите, уйдите. На меня тут 5 зомби врываются. То есть, когда ты спрашиваешь, где мои носки, говоришь, читак ему? Да. Прям в лицо. Читак. О, у меня получился. Звездочка! Как я умер, Ануар Читак? Звездочка! О да! Звездочка! Ну-ка мы посмотрим. А, ну хотя стой, он же снимает, все честно. Димаш, видишь, вон тут толпу зомби внизу, они за мной гоняются. Димаш, чё ты его собьёшь молотком? Откуда у Нуара уже броня реально? Да магия, ё-моё. Читак. Хорошо, а что за заклинание, если это магия? Я тоже хочу. Это деревянная магия. Тебя еще убить успели. В твоей-то броне. Позор. Смотри, что у меня есть, а у тебя нету. А у тебя нету брони. Это деревянная броня, Димар! Я там уже начал на него наезжать. Я-то не знал. Ой-ой. О, спасибо. На, короче, вот еще. Не трогай, не надо. Так, короче, этот, я здесь... тупой? Это не я! Так, отлично. Спускайся, спускайся вниз, быстрей! Чувак! Спускайся, Ануар! Надо, надо, быстрей! Быстрей! Где же? Так, здесь нет. Стеллажи. Всё, надо вот так. А? Все, я уже стеллажи сделал. Нет, Гай, ты что там делаешь? Так. Ты что, широкий, что ли? Широкий? Получше сейчас. Широкий? Да, широкий, понял. Прыгну, понял, прыгну. Сиди. А у меня до сих пор было подключено. А, так значит, все-таки прыгну. А, ля-ля-ля-ля-ля. А чё вы не в какой-то... У тебя броня, нечестно. Ой, я факел сломал. Так. А ну что ты? Чё? Говоришь, чё? Дима какая? Кого? Дима. Где? Когда? Чё? Да? Где? Кого? Когда? Где? В сундуках не шарится. Чё-чё-чё? Ну тебя всё равно пустой. Я вот говорю на будущее. Значит, он у него не пустой. Нет, я только что посмотрел. А что там может быть? Я только что посмотрел. Так, сейчас будет мега джамп. О. Хавчик. Как неохота развиваться, так лень. Не, подождите, интересно, тут багрец есть. Это чё моё дерево студия? Всего одно, не волнуйся. Всего! О, там чья-то могилка, надо её почитать. Икскрулос. Сколько мы уже играем? Не знаю, много. Вот пещера. Ух, запрыгнули. Добываем сиды, добываем сиды. Трогай, не трогай, не трогай, не трогай, не трогай. Ничего не тронул. Так, домой. Нет, я опять забрал. Хакс. Так. Ты чё ударил, кролик? Так, Добываем сиды, добываем сиды. Что делает? Так, печка моя. Поэтому она будет на моем этаже. Кто там уже начал третий этаж, что это маленький? Это я. А чё маленький? Блин.
Я его еще не... У меня дерево не хватило, поэтому... Не, а что там с... Ну ладно, хорошо. Белочка, белочка! Да, где мой вертухан? Вот он. Чик. На, хочешь? Хочешь семян? Эй, я тебя спрошу, белка. Ну, ладно, вот они. 740 патронов моих. 740? Снежка. Зачем тебе так много снежков? Они всего по 4 снимаются. Это такое начальное оружие будет. Свалим! Против зомби оно вообще не помогает, оно там по одному дамагу им сосит. У меня есть пухан. Пухан? Где ты нашел пухан уже? В пещере. Он, мне, он тоже по 4 сносит. Читак. Я вот его на бегу нашел. Надо наезжать, да? Читак. Кто-нибудь уже сделал наковальню? Не. Тогда я тебе найду столько железа в начале. У тебя ж 4 было. Да. Может, это уже хватит на первую серию? Да. Ага. Да. Мы уже много снимаем. Давайте. Как кто вода будет... медленно стекает. Кто будет прощаться? Я буду прощаться. Не, я пошутил, не буду. Почему? Ладно, я попрощаюсь. Короче, вы смотрели первую серию наших приключений в Террарии. Всем спасибо, кто смотрел, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, если вам понравилось. Игокал! Ставьте лайки, даже если вам не понравилось. Это сделать это приказ. Это приказ, да. От генерала Димаша, да. Генерал-майор Карточка. О, я помню. Так что?